Чтобы принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию, не обязательно идти на избирательный участок. Достаточно обратиться в участковую избирательную комиссию, и набор для голосования члены комиссии доставят до дверей дома. Такой возможностью отдать свой голос уже воспользовались многие щелковцы, в том числе и ветеран Великой Отечественной войны Петр Кузьмич Шалахаев. Все для блага народа и для защиты российского государства. Мы примем решение, так и будет. Процедура проходит бесконтактно, с учетом соблюдения строгих санитарных нормативов. Члены комиссии работают в одноразовых халатах, масках, перчатках и защитных экранах. Набор оставляют у дверей квартиры, и уже проголосовав, гражданин лично опускает бюллетень в переносную урну. Выходим каждый день по адресам. Предварительно, конечно, созваниваемся, чтобы люди готовы были нас принять, чтобы они находились дома. Проголосовать дома можно, предварительно обратившись в участковую избирательную комиссию в часы ее работы. 1 июля заявки на такую форму волеизъявления будут приниматься до 17:00. Анна Балиет, Игорь Поляков, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.